трансформация – это, наверное, выход на более новый уровень развития. Мотивирует меня ответственность и сплоченность коллектива. Лучшие условия труда и достижение карьерного роста. Да, есть. Я думаю, нужно прислушаться к коллективу в первую очередь, потому что коллектив излагает свои мысли, и нужно поддерживать его в правильном направлении. У меня есть мой проект «Обогрев дистоплива на качатке-площадке на борту карьера в зимний период». Он приносит экономический эффект, я горжусь им. Но в первую очередь, наверное, сплоченность и дружным коллективом все недостигаемые цели, если мы будем выполнять вместе, то все цели будут достигнуты.